Цвітаю. Так. Загибель Дар'ї Дугіної обговорювали вже не в перший день, обговорюють. І, зокрема, багато викликало в мережі обурення, і багато вже було і постів різних експертів, і різних людей, і взагалі і росіян, і українців, з приводу, коли відбувалося прощання з Дар'ї Дугіною, то начебто вона у труні виглядала, ну, досить, скажімо, красиво, як для тої людини, яка ось пережила ось цей вибух в автівці, що вона була зовсім не обгоріла, і взагалі почали говорити, що, можливо, вона навіть жива, і це все інсценування. А як ви гадаєте, чи Дар'я Дугіна, вона жива, і якщо ні, то кому це було вигідно, і хто доклав до цього рук? Ну, все-таки я думаю, що реально вона погибла, на самом деле. Что касается того, кому это выгодно, ну, мы видим, что из этого сделали, да, из этого сделали такое вполне себе пропагандистское шоу, не побоюсь этого слова, к сожалению, похороны, наверное, все-таки не та площадка, из которой надо делать такие вещи, но, тем не менее, именно так это все и выглядело, потому что на прощание съехались все известные российские пропагандисты, и Дмитрий Киселев, и лидер фракции России в Государственной Думе, и лидер ЛДПР, ну, понятное дело, сам Александр Дугин, скорбящий отец, хотя, собственно, скорбящим он выглядел кем угодно на этом мероприятии, простите, что я так называю, но именно так это и выглядело. Кровящим отцом. Поэтому кто это сделал пока... Ну, понятно, что ФСБ тут же нашли украинский след, и, естественно, было бы странно, если бы это было не так. Не просто украинский след, а вездесущий полк Азов. Кстати, сегодня еще какого-то сторонника полка Азов задержали в Калининградской области. Вообще, полк Азов в России — это что-то абсолютно легендарное, и вездесущие. Мне кажется, что то, что раньше было визиткой Яроша и правым сектором, сейчас стало полком Азов, потому что все, что только можно и нельзя к нему прицепить, вот все туда прицепляют. Ну, естественно, эта женщина, которую обвиняют, собственно, в убийстве Дарьи Дугиной, она тоже оказалась по версии ФСБ военнослужащей полка Азов, что понятно, что, наверное, другую версию в России будет трудно ожидать. Але не здається вам дивним те, що оприлюднило ФСБ, дійсно, ось те відео, те, що це начебто було замовлення українських спецслужб і причетне до цього саме військовослужбовець із полка Азов, як ви вже згадали, що вони ось так швидко, буквально на наступний день вже все оприлюднили, вже все знайшли, хто це зробив, знайшли усі варіанти можливі і на пропагандистських телеканалах дуже активно це обговорюють, що там навіть і слід Америки, звичайно, є, і розвідка до цього також доклала своїх зусиль. От як ви проаналізуєте, чи це було вже заздалегідь, можливо, сплановано? Ну, то, що вбивство було підготовлено і виконано дуже професіонально, це безумовно. І, собственно, в тому числі поэтому вот Наталія Вовка представляється, ну, не слишком невероятно исполнительной. Потому что такое подготовленное убийство в одиночку выполнить, на мой взгляд, невозможно. Я, конечно, не считаю себя большим экспертом в области криминалистики, но если мы помним, даже для убийства Скрипалей есть и два человека, а не один. На самом деле в другой стране выполнить такое убийство очень сложно. Я вообще себе не представляю, чтобы сегодня в Россию могли так совершенно спокойно въехать представители спецслужбы или не спецслужбы, но, тем не менее, диверсанты из Украины, спокойно въехать, спокойно выехать, разъезжать по стране, спрашивается, а как же организован контроль на границе? Вот это вопрос, который задается буквально всем, да, то есть вот это ее якобы удостоверение, которое везде гуляет, военнослужащие Азова, оно в сети появилось достаточно давно. Не вчера, не сегодня, и 3 дня назад.
Оно было там несколько месяцев назад уже в сети гуляло. Соответственно, а как же человек, который вот с таким удостоверением был в каких-то там списках, так спокойно въезжает в Россию, когда мы знаем, что даже беженцы практически все проходят фильтрационные лагеря, где их достаточно долго допрашивают, и все могут сразу попасть. А тут совершенно спокойно человек въезжает, потом совершает убийство, совершенно спокойно выезжает. Да? Мне кажется, это настолько странная история, и удивительно, что ФСБ так радостно об этом рапортует. Мне кажется, с учетом того, что пограничники у нас тоже принадлежат ФСБ, им бы надо было не радостно рапортовать о раскрытом деле, а посыпать голову пеплом и говорить согражданам, что они совершенно ничего не умеют делать, если это действительно соответствует действительности, в чем я, конечно, очень сильно сомневаюсь. Але, зокрема, хто вбив Німцова в 2015 році, то досі не знайшли, а от хто вбив Дугіну, то буквально зразу на наступний день. Пані Олю, а ви також згадали прощання, що дійсно на нього прийшли і пропагандисти, і політичні діячі. А на вашу думку, для чого влаштовували ось це шоу? Ну, обратите внимание, да, есть такой телеграм-канал «ГУЛАГу нет», и не только телеграм-канал, собственно, есть такая организация «ГУЛАГу нет» и Владимир Осечкин, и он периодически публикует письма, которые приходят от его источников ФСБ же, которые называются «Wind of Change». И некоторое время назад вот этот источник как раз говорил о том, что, ну, правда, он говорил, что такое покушение на членов семьи каких-то руководителей коллаборационистской администрации либо в Херсоне, либо в других городах, может быть, подготовлено. И он как раз предупреждал о том, что это может быть достаточно такое циничное преступление. Ну, понятное дело, что оно будет приписано либо украинским партизанам, либо украинским спецслужбам, а выполнено как раз, естественно, собственно, спецслужбами российскими, раз это пишет источник от ФСБ. Поэтому, собственно, видите, там члены семьи и тут члены семьи. Потому что много говорят о том, что якобы это было на самом деле покушение не столько на Дарью Дугину, сколько на Александра Дугина. Но, опять-таки, что называется, противоречие. Если такое хорошо подготовленное убийство, так что же, исполнители не видели, что в этой машине едет Дарья, и Александр там не едет? Ну, то есть трудно перепутать такого колоритного человека, как Александр Дугин. Ну, то есть как раз Дарью, может быть, с кем-то можно перепутать, но вот самого Александра, мне кажется, перепутать достаточно сложно. Поэтому еще одна нестыковочка. А вот как раз убийство достаточно молодой женщины, которая, понятное дело, говорила всякие слова, которые мне совершенно не нравятся, но при этом сама оружие в руках не держала, вполне могло произвести некое эмоциональное впечатление на аудиторию в России. И если говорить о том, кому это выгодно, ну вот, собственно, пропагандистам это и выгодно. А от, зокрема, якщо ми знаємо, що говорять пропагандисти та у Кремлі, ну, безпосередньо, звісно, у всьому звинувачують Україну, а що говорять звичайні росіяни, що пишуть в мережі, як реагують на це вбивство? Ну, всі по-разному, що називається, так як ми живемо в ситуації, коли чувства накалені до предела, і то, що в звичайній ситуації визивало би, наверное, другую реакцию, в первую очередь реакцию сочувствия. Когда в обычной мирной жизни убивают людей, нормальный человек сочувствует. Но когда это происходит во время войны, конечно, чувства сильно искажены. Поэтому кто-то выражал сочувствие, а кто-то выражал радость. Да? Что называется, посеявший ветер пожнет бурю. И цитируют, ну, искаженно, конечно, цитируют всякие высказывания Дугина и говорят, что типа, чего хотел, то и получил. Так что реакции есть всякие. Тех, кто не реагирует, гораздо меньше, чем тех, которые реагируют. Угу.
Пані Олю, і з вами давайте ще до однієї теми – заяви Міністерства оборони Росії. Міністерство оборони України потролило Шойгу у Твіттері. Відомство відреагувало на заяву окупаційного міністра про так зване сповільнення спецоперації. Далі процитую. Міністр оборони Росії заявив сьогодні, що окупанти навмисно гальмують кампанію в Україні. Ми обіцяємо зробити все можливе, щоб перетворити це уповільнення на старий добрий відступ. Або, як люблять говорити росіяни, у зворотний наступ, написали в повідомленні. Як ви оціните цю заяву про сповільнення темпів, начебто це робиться навмисно, аби мінімізувати кількість жертв серед мирного населення, але при тому ж Росія продовжує обстрілювати ракетами мирні міста, мирні і цивільну інфраструктуру, як вчора це було на Дніпропетровщині, де загинуло 25 людей, а зокрема кремлівське Міноборони заявили, що вони знищують українських бойовиків. Це заява для внутрішньої аудиторії робиться? В первую очередь, конечно, для внутренней аудитории, потому что нужно объяснить ей, как может спецоперация, которая была заявлена как что-то быстрое, быстро достигнутые цели, и все как бы возвращается к мирной жизни. Как она может продолжаться полгода? Полгода идет война, и полгода это очень много. И сколько бы пропагандисты ни говорили нам о том, что в Европе гораздо хуже, чем в России, но на самом деле и уровень жизни в России тоже снижается. И потери в Россию тоже касаются. Поэтому, конечно, необходимо объяснять обычным россиянам вообще, что происходит. Почему никаких побед, которые обещали, нет. Хлебом с солью никто не встречает, а наоборот все ненавидят. Ну, конечно, можно сказать, что они нас всегда ненавидели, а мы вот тут, так сказать, отбиваемся как можем. Но все-таки россияне не полные идиоты. Поэтому вот приходится что-то такое придумывать и как-то объяснять то, что очевидно для всех, что наступление захлебнулось, и сил наступать дальше их просто нет. И надо как-то проложиться для того, чтобы через какое-то время объяснить, почему российские войска переходят в оборону. А, зокрема, як пояснюють те, що відбувається зараз на Донбасі? Ми бачимо, як російська армія не має там успіху і майже не просувається. Вже 150 разів заявляли про захоплення населення Піски, але ж при тому до сих пір цей населений пункт під контролем України, і він, звичайно, і залишиться під контролем України. Росіяни, вони не розуміють і не бачать те, що їм щодня говорять про звільнення цього міста, але, зокрема, воно не звільнене. Ну, смотрите, те, хто вообще хотят получать независимую информацию и реальную информацию, те все-таки могут ее получать, потому что мы сейчас живем не в Советском Союзе и не 40 лет назад, мы живем в 21 веке, и, собственно, ничто не мешает включить интернет и посмотреть различные источники, которых много даже на русском языке. Даже если ты не говоришь на каких-то иностранных языках, вполне достаточно источников для того, чтобы прочитать реальную информацию на русском языке много где. Ну, понятное дело, что Роскомнадзор все блокирует, но VPN еще никто не отменял. Ну, то есть кто хочет иметь информацию, тот ее имеет. А кто не хочет, ну вот, тот слушает Шойгу и слушает всю ту лапшу, которую вешают на уши. Но мне кажется, что таких людей становится все меньше и меньше. Более того, сейчас люди еще не говорят о том, что они против войны, да, но они уже меньше, гораздо меньше говорят о том, что они за. Просто так как репрессии усиливаются с каждым днем, все больше людей начинает просто молчать и обсуждает ситуацию лишь с теми людьми, которых знают давно, которым доверяют. Потому что огромное количество, ну, просто доносов, да, когда человек случайно скажет что-то, чуть ли не в магазине, а на него сосед сразу позвонит в полицию, напишет донос, будет что-то возбуждено. Поэтому, конечно, люди стали больше молчать, но сторонников, конечно, не увеличивается, количество сторонников уменьшается.
Пані Олю, додам щодо планів Путіна. От Путін підписав указ про збільшення армії до 2 мільйонів. Так, штатна чисельність Збройних сил Росії зросте на 137 тисяч. Указ набирає чинності з 1 січня. Відповідно до цього указу, це означає, що Путін продовжуватиме війну і вже сил не вистачає, тому зараз будуть мобілізувати вже всіх. Ну, вопрос, указ-то можно подписать, а людей-то откуда взять? Да, уже сейчас российская армия испытывает очень большой недостаток в живой силе. И именно поэтому берут всех, кого ни попадя. И там людей в возрасте увеличили возраст заключения контракта. И, извините меня, заключенных и обвиняемых по уголовным делам, да, потому что живой силы не хватает. Так что указ указом, но совершенно непонятно, откуда они собираются брать людей. Потому что пока идет война, проблемы с призывом будут оставаться, и количество молодых людей, которые будут косить от армии, будет увеличиваться. Конечно, можно еще говорить про тех людей, которые теряют работу и которые будут пытаться на этом заработать, но количество потерь невозможно скрыть. Поэтому уже многие понимают, что попытка заработать на войне – это, возможно, билет в один конец. Может быть, твои родственники что-то и получат, а может, и не получат. А просто тебя запишут в пропавшие без вести, а твой труп просто останется на поле боя, и даже никто его не соберет. И никто никогда не узнает, что вообще с тобой произошло. Але ж насправді такі люди ще є, які, як ви кажете, хочуть заробити на цій війні, тому і погоджуються їхати. Але якщо ті, хто відмовляється, ті, хто зараз виїжджають з Росії, це означає, що зараз все рівно проводиться ось ця прихована мобілізація і що вона і буде й далі проводитись. Безусловно, безусловно, тому що другого способу поповнити не існує. Друге діло, що якщо там, припустимо, в марті таких желающих или там в апреле записаться и поехать на войну еще было приличное количество, то сейчас это количество уменьшается, потому что те потери, которые каждый день происходят, скрыть невозможно. Пані Олю, і ще вчора з'являлася інформація, що опівночі російський диктатор раптово приїхав у Кремль. Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що зазвичай такі екстрені візити бувають через щось надважливе. Було навіть відео в мережі, як їхав кортеж Путіна, от, зокрема, показують зараз. Чи дійсно на щось важливе збирався очільник Кремля? І про що могли говорити? Но, знаете, уже я помню, в предыдущий раз тоже был такой ночной приезд в Кремль, и все просто опять начали обсуждать, а вдруг завтра мобилизация, а вдруг завтра военное положение. Но, по большому счету, ничего после этого не произошло. Я думаю, что просто так как Путин, он вообще ночной человек, да, мы помним, что Сталин любил собирать своих приближенных по ночам, и стоять там перед ним, отчитываться. Он любил это делать именно ночами. Но в этом смысле Путин тоже любит ночные посиделки. И я думаю, что просто это был какой-то узкий круг людей, которые, собственно, которых он песочил. Потому что песочить и давать по шее по ночам – это гораздо эмоционально более тяжелая история, чем делать это днем. Ночью человек вообще морально не такой устойчивый, как днем. Поэтому понятно, почему ему нравится всех строить и давать по шее по ночам. Это как раз, мне кажется, очень объяснимо. Тобто такі візити, вони зазвичай часто бувають вночі, да? Часто, но бывают. Бывают, и, собственно, те люди, которые, те журналисты, которые изучали, собственно, образ жизни Владимира Путина, они говорят о том, что он как раз человек ночной, любит работать по ночам, встает достаточно поздно, и все те заседания, которые мы видим якобы утренние, в основном это консервы, потому что работает, начинает он во второй половине дня. Пані Олю, звісно, хочеться обговорити ситуацію на Запорізькій АЕС, адже це дійсно зараз величезна загроза для всього світу.
РФ готує спеціальну заяву щодо України. Її мають озвучити вже сьогодні на засіданні Державної Думи. Лідер фракції «Справедлива Росія за правду» Сергій Миронов каже, що це буде нібито жорстка заява, адресована ООН та всім міжнародним парламентським організаціям. І стосуватиметься вона ситуації довкола Запорізької АЕС. Нагадаю, раніше постійний представник Росії при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо атомної електростанції. Він заявив про нібито можливі провокації з боку України. Натомість наполягає, що росіяни захищають ЗС від терактів. Ну і, зокрема, вже з'явилася начебто ця заява, про яку вони анонсували, ось цю жорстку заяву, що Рада Держдуми закликала ООН і МАГАТЕ, аби вони звернулися до київської влади і наполягали на тому, аби ми начебто припинили ось ці обстріли Запорізької АЕС. Але всі знають, що Запорізьку АЕС обстрілюють російські окупанти. Вони там і створили свою техніку, зберігають. І також була інформація, що МАГАТЕ хоче вже відвідати Запорізьку АЕС до 5 вересня. І начебто вони планують приїхати. Але ж сьогодні, я вже сьогодні про це в ефірі говорила, але, можливо, ви не чули, то повторюся, що дії російських окупантів спричинили до повного відключення Запорізької АЕС від енергомережі. А це взагалі вперше в історії станції. Ось те, що вони зараз коять. Збирають ось ці засідання, і збирають Радбез ООН, і збирають Держдуму. І при тому ж продовжують робити провокації довкола електростанції. Навіщо це все робиться? І це все робиться напередодні візиту МАГАТЕ. Ну, це останнє, що залишається, да? Ну, ядерний шантаж. Ядерний шантаж. І, собственно, понятно, що всі знають, хто обстрілює Запорізьку атомну станцію, а от Совет Государственной Думы не знає, хто її обстрілює, і они не в курсе. Но по большому счету нам обещали что-то еще более страшное на Совете Государственной Думы, а получилось пока только обращение по Запорожской станции, тем более, что ну, уже эта тема обсуждается, что называется, не первую неделю. Да, и Эммануэль Макрон звонил именно по поводу Запорожской атомной станции. Глава Росатома Лихачев только что встречался вчера с главой МАГАТЭ по поводу Запорожской атомной станции и сказал, что Росатом готов оказать техническое содействие для того, чтобы миссия МАГАТЭ на Запорожскую станцию смогла приехать. Поэтому я думаю, что так как уже российская сторона поняла, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую станцию приедет, и происходящее скрывать это будет вообще невозможно. Поэтому вот, что называется, подышать перед смертью, да, то есть последние вздохи, потому что как только приедет миссия, дальше шантажировать истории вокруг ЗАЭС будет невозможно, я имею в виду миссию МАГАТЭ, она все-таки уже согласована, поэтому я думаю, что достаточно быстро уже этот вопрос закроется наконец, и ми зможемо всі вздохнути чуть-чуть спокійніше по цьому поводу. Пані Олю, але ж, зокрема, ми знаємо позицію Росії, що вони відмовляються від того, аби була демілітаризована зона навколо атомної електростанції. І ми сьогодні в ефірі говорили із міжнародним експертом, він говорив, що напередодні ось цього візиту МАГАТЕ росіяни зроблять все, аби замаскувати свої якісь дії, аби дійсно МАГАТЕ побачило, що там начебто все нормально, і як говорять росіяни, що вони захищають цю Запорізьку атомну електростанцію. Чи дійсно цей візит МАГАТЕ, він може дати те, чого очікує весь світ, очікує Україна, зокрема, вигнати звідти російських солдатів? Ну, смотрите, в любом случае миссия МАГАТЕ сможет поговорить с работниками Запорожской атомной станции, да? И хотя сегодня, как мы слышали, уже российские войска кого-то там задержали, обвинив работников Запорожской станции, что они там на кого-то работают, по-моему, на СБУ, там чуть ли не наводят чего-то там. Тем не менее, все равно работники станции останутся, поэтому маскируй, не маскируй, но уже сейчас достаточно свидетельств, которые замаскировать невозможно.
Поэтому я не думаю, что миссия МАГАТЭ не сможет в этом разобраться. Что касается того, что Россия не хочет устраивать там демилитаризованную зону, ну, понятно, потому что после этого уже шантажировать мир этим не получится. Но мне кажется, сейчас они понимают, что шантаж не удался. Поэтому это просто вот последние акты театральной постановки, надо уже доиграть, раз начали. До речі, про ще одну театральну постановку згадаю. Анонсували, що на День Незалежності 24 серпня буде судилище над азовцями. Про це багато говорили пропагандисти, показували відео, що готують там клітки на сцені драмтеатру. Але ж не було судилища. Що сталося? Чому не зробили цей показ? Ну, президент Зеленский же сказал, что после этого никакие переговоры не будут невозможны. Надо понимать, что Кремль сейчас очень хочет переговоров, потому что именно сейчас, понимая, что наступление захлебнулось, нужна передышка. Поэтому ну вот, пришлось отодвинуть эту историю. Я думаю, что о многих переговорах, которые проходят, да, на самом деле мы знаем только там, условно говоря, десятую часть. И когда Макрон разговаривает с Путиным, или Шольц с ним разговаривает, или Эрдоган с ним разговаривает, я думаю, они говорят гораздо больше, чем то, что нам потом становится известным. Поэтому мне кажется, что, возможно, все-таки историю с этим судилищем удалось притормозить. Я напомню, может быть, наши зрители немножко подзабыли, но когда, собственно, Азов сдавался в плен, да, там же были гаранты того, что с ними ничего не случится. И среди этих гарантов был в том числе и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. И ООН, и Красный Крест, ну, наверное, все-таки все вспомнили свои обязательства. Дійсно, сподіваємося, що це буде також впливати на те, аби дійсно росіяни не чинили ось цих своїх театральних постановок і взагалі, аби вони припинили вбивати українців. Пані Олю, дякую за розмову, дякую, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Я бажаю вам гарного дня. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Ольга Курносова, російська політична аналітикиня.